Студия «Интеграл» представляет 7 диалогов с крупнейшей в мире обогатительной фабрики. Так, давайте познакомимся для начала. Это студия «Интеграл». Как вас зовут? Меня зовут Настя. Настя? Да, Настя Георгиевна Петруля. Работаю здесь с самого запуска, на нулевой отметке. Цеха обогащения тяжелые среды. Но что входит в наши условия труда? Это постоянная размывка крупника, магнетита. Размываем вот в этих приямочках везде. Выбиваем, забиваем насос. И вон, видите, у него такая вот она, в общем, при помощи молотка кувалды выбивать их под напором, забивать без конца там, в общем, с кувалдой. Понятно. Закрываем, открываем электрические азумы. Но они у нас должны быть автоматические. Но в данных уже условиях все выходит из строя. И все задвижки закрываем вручную. Это она в насосах находится. Постоянно размываем приямки. Вот это вот все. И вот под воронками лазишь в три погибели. Естественно, там потому что всякие трубы. Что еще? А сколько вы получаете? Ну, у меня в третий разряд это 120. Третий разряд чего? Машиниста насосных установок. Тариф. Это вот что вы сейчас делаете, тот машинист насосной установки третьего разряда, да? Да. Но а мы... четвертый разряд чем занимается? А у нас здесь нет четвертого. А, тут третья... Да, но дело в том, что у нас мы обслуживаем высоковольтные насосы. Вон они самые большие. У них, как сказать, производительность 2000 кубов в час. И плюс все вот эти... Я считаю, что наш разряд нам не свойственный, потому что только один, так сказать, насос 2000 кубов, а у нас их работает 3. И плюс все остальные вот эти вот маленькие Nissan Warman 86. А какие у вас пожелания вообще к руководству? Они же, наверное, прекрасно знают, в каких вы условиях находитесь, да? Они здесь бывают вообще, руководители? Вот. Ну, бывает кто. Я здесь часто вижу начальника цеха и механика Кисенко за сядьку. А так, чтобы директора здесь видеть, не помню. А последний раз, когда вы вот здесь видели директора на фабрике? Знаете, не помню. Не надо куртку, давайте просто представимся, кем вы работаете, как вас зовут? Меня зовут Татьяна Васильевна Базов, я машинист установок обогащения. А вот сейчас, вот чем вы здесь занимаетесь? Размывала тут конвейер, который в расстановке, нету его. Это вот шланга с водой, да? Это нагрузка, как бы, она на все смены, да. Приходим, завалено, потому что один человек работает на шестой, там вот так, два конвейера мыть. А один человек, вот конвейер на три части разделен. Вот я должна свою часть помыть, и вот эту, чтобы не засыпалось. Если засыпано, я должна убрать, чтобы мы работали. Нет, а вот мы сейчас с вами разговариваем, вот трясется пол под нами. Это вы к этому уже привыкли, да? Конечно. Это нормально все, да? Здесь не сильно трясется. Здесь все не сильно? Нет. А вообще, как вот вам условия? Не тяжело? Тяжело, ну что сделаешь? Тут же женский коллектив, да? Мне еще год надо работать. А почему еще год? Зачем? Ну, вредный стаж выработать. А стаж? Да. А потом? А потом я уйду, я вообще-то бухгалтер, но я уже 7 лет здесь отработала. А в бухгалтерию не манит? Нет, у меня дети маленькие, мне хорошо по смене работать. По сменам только? А вот зарплата вас устраивает? Нет, конечно, сейчас бухгалтерии больше получают. А сколько вы получаете? Ну сколько, я целевой плачу, если премии нету, 80 рублей. 80 рублей вот за то, что вы здесь работаете? Если премии нет, а если премия есть, то бывает до 200 рублей. Если до 150, ну у меня третий разряд, ну у кого четвертый и пятый, то больше, конечно. А так целевой 80 рублей, 112, вот так вот. Ну и то за счет того, что ночные вот. Так у вас тут механизация, механизм, это ничего? Работает?
Как механизация? Как сказал Хрючкин, у вас все на кнопках, все с дистанции включается, а моется все руками, лопатами. Вот должна быть, должен быть гидросмыв там, оно должно смываться все само, но мы все моем сами. Вот льет, это магнетит, мы должны его... Это вот вы сейчас во сколько у вас смена закончится? Вот сейчас время где-то около 10 часов вечера. Во сколько закончится смена? Мы на 12 не чувствуем ночи. Как обычно, с 12 ночи до 8 утра тяжело. Самое тяжелое время вот с 3-4 часов ночи. Что при 8-часовом рабочем дне, что при... Это вам любой скажет. Ну, ночью тяжело, да? Ну, как и... Не знаю. Но днем хуже. Днем хуже? А почему хуже? Начальство больше? Да. Всякий ходит тебя то туда, то туда. А ночью свое дело знаешь, работаешь. Комната погашения вибрации. Погашение вибрации? Да. Это вот здесь вы должны отдыхать, да? Ну как, если увидят, что сидишь, спрашивают. Спрашивают, что сидишь? А вы отвечаете, вибрацию гасим. Да, где там гасишь? Это в другое место перетянуло. Она там стояла, там вообще сидишь, аж вот так голова. А вот обедаете вы где? Ну здесь. Здесь, в комнате погашения вибрации. Не, ну а умывальник тут что-нибудь такое? Здесь нету ничего, я на 26-ю ухожу, мы там это... На 26-ю? А сейчас мы на какой отметке? Это 9-я. А 9-я, 26-я, это наверх, да? Там сильно, там больше трясет и больше шума там. И такая же грязь отсюда все смывает туда на 26-й. Так что вы еще в хороших условиях, да, считаетесь? Ну это не мое постоянно, мое постоянно на 26-й. 30-я. Машинистом установок обогащения. Обе третьего разряда. Почему у вас все третьего разряда? Да кого не пойдешь? А вот в чем ваша работа заключается, что вы должны делать? Смотрим, в общем, чтоб питание было нормальное, чтоб хороший концентрат шел, сухой. Печки чистим, вот это вот. Вот это ваша работа, да? Да. Это как раз для третьего разряда, да? Да. А для четвертого еще выше? Да. Для четвертого разряда выше? Ну, у нас выше нету. Выше вот нету. А вот скажите, у вас девчонки же молодые тоже работают, да? Конечно, работают. Много молодых девчонок. А как они после этого вибрации? Все нормально со здоровьем? Они потом матерями-то могут быть? Ну, здоровье у нас, это уже и здоровья нет. Постоянно трясет, постоянно головные боли вот от этого от всего. А вот ваш бригадир, как многие в декретном отпуске. Много в декретном отпуске. Да, тоже есть. Ну, значит, как нормально, жить-то можно? Ну, сразу уходят, как только можно, сразу уходят на легкий труд. А вы с вами скоро будете уходить вообще с фабрики? Ну, вот не знаю. Некуда пока уходить. Нет у нас предприятий в Нерюнгре, чтобы куда-то можно уйти. А сколько получаете? Это в зависимости от плана. Ну, если вот выполнили план на 200%. На 200 не бывает. Ну, на 100. Ну, на 100. Премия 30% где-то в среднем. Ну, рублей 400 получим. А вот скажите, вы патриот своей фабрики? Ой, не знаю. Нет, ну вот да или нет? Не знаю. Да. Наверное, патриоты. Наверное, патриоты. Работаем здесь, значит, патриоты. Сваливает постоянно. От вибрации. И нам хочется что-то тут сделать. Да. Вот нам каждую смену надо же постирать. Они вон деревянные есть какие, и невозможно чистить, которые выкидываем, которые помягче стираются. Ну а вообще профсоюз-то знает о вашем положении? Ну знает. Ну и что-то меняется? Нет, тут вы сколько лет работаете уже на фабрике? С 83-го года. С 83-го, да? И как вот раньше было, и как сейчас, что-то меняется, нет? По-моему, все в худшую сторону. Еще вибрация хуже. Больше, по-моему, мне стало. Шум, конечно. Никому нет до нас дела. Нас тут же печки, я должна защищать ее. А кем вы работаете? Машинист установок обогащения. Третьего разряда?
Нет, у меня пятеро. Первого? Пятого. Пятого? Да. Потому что у нас японское оборудование очень сложное, поэтому у нас... У вас оборудование японское, поэтому пятый разряд. Да. А вот мы сейчас снимали товарищи ваши, они тоже вот с третьим разрядом, стоят шлангой и занимаются этой же работой. А у нас у всех такая работа, со шлангами. Но у нас пока еще оборудование заполняется, наши пресса. Мы моем ткани. Ну, вообще, у вас, наверное, очень интересная работа. Японское оборудование, такая современная фабрика, да? Да, интересно, когда оно работает, но когда оно... А что, бывает, что оно не работает? Конечно. Часто? Бывает и часто. Особенно у нас ткани рвутся, приходится еще деревянной палочкой отбивать, ковырять. А вы скажите честно, вам ваша фабрика нравится? Честно? Честно нет. Честно нет. А что вас здесь держит? Почему вы отсюда не уходите? А куда идти? Я и так уже одну специальность поменяла. А кто вы вообще по специальности? Техник-геолог. Техник-геолог? Да. Ну, сначала пришлось поменять из-за того, что некуда было ребенка девать. В 77-м году садиков не было. Куда девать? Как нянечки смотрят детей. Я видела по соседкам. Поэтому пришлось мне уволиться. Потом в садик, когда открыли садик, пришлось идти в садик. Все. Вот у вас... Вот уже второго человека находим, вот один бухгалтером работает, вы техник-геолог. Что вас всех влечет-то на фабрику? Что здесь такое? Может, зарплата большая? Влечет, а просто некуда было, где было еще работать? Хорошо, давайте вот познакомимся с самыми красивыми девушками фабрики. Как вас зовут? Лена. Женя. Оля. Вот скажите, пожалуйста, вы на фабрике давно уже работаете, да, все? Да, с самого пуска все. Нравится очень работать? Работа, да. Но условия и организация, вы мне простите, желает лучшего, конечно. А вы вот хотели, чтобы ваши дети работали на этой фабрике? Нет. Нет, нет, нет. Да? Нет. А вы тогда почему здесь работаете? Зачем? Что вас здесь держит? Горное образование у всех, все специалисты. Да. Ну, наконец-то мы нарвались на специалистов. Тут нам бухгалтера попадались, и геологи, сейчас специалисты, да? Да. То есть вот это ваша судьба, это ваше призвание? Да. Вот сразу заметно, вот видите, как специалисты, сразу кругом кнопки, чистота. А вот кто без образования, это там внизу в пылище лазит. А вы знаете, у нас тоже на рабочих местах так же. Вот моя рядом отметка, рабочее мое место. И точно это... так же и грязно, и все. Они всего хватает. Они как аппаратчики обслуживают руту и оборудование, которое непосредственно в цеху находится. Поэтому да. Они и здесь, и там мы могут быть. Мы просто не успеваем убирать свои рабочие места, потому что каждый день у нас одно и то же случается. Да. Не успеваем. А вот начальство к вам часто забегает? Начальство? Заходит. Изредка. Наше начальство, но невысокое. В смысле, директор. Директора мы уже давно не видим. Директора давно не видели? Да. А невысокое это вот как кто? Это механики, начальник. Механик, начальник цеха, конечно, постоянно здесь. Да. И они какую-то заботу проявляют о тех условиях, вы которые... Знаете, вот мы уже работаем 7 лет. Я прошу, чтобы у нас на 20-й отметке у аппаратчиков сделали... Воду чистую, умываться. У нас идет грязная вода рабочая, техническая. Вот мы ей умываем лицо и руки. А вот женщина нам посоветует, говорит, мы на 26-ю ездим умываться. Это неудобно? Вы что, когда я буду ездить? У меня, если циклон идет за циклоном, я же не успеваю даже лицо, вот глаза залью магнетитом. Я не успеваю умыться. Чем глаза зальете? Магнетитом, суспензией. А что это такое суспензия? Что такое суспензия? Ну, можно пока пойти на грохот и посмотреть, что это такое. Это очень грязное такое, черное. Сейчас наверх можно подняться на 26-ю, мы вам покажем. Мы сейчас 26-ю идем, нас там ничего не залило. Ну, правда, можно на 20-ю отметку пройти. Я покажу вам свои циклоны, как они работают. А вот знаете, вот такой просто вопрос. Как вот мужья относятся к тому, что вы работаете на фабрике? У нас их нет. У нее есть. Да. Нужда заставляет. Ну, у меня трое детей. Ну, муж спокойно относится? Ну, как спокойно? Ну, вроде я пока еще не так сильно не болею, а дальше говорит, ну, еще, может, лет 5 поработаю и буду увольняться с фабрики. То есть вы еще лет 5 мечтаете поработать на фабрике? Ну, у меня вот здесь я отработала 7 лет, да, и мне бы еще, ну, года 3 надо так стаж выработать и менять профессию. А вы своих детей сюда приводили? Да, старшую дочь приводила. Понравилось? Ну, машина работает, все вокруг шумит, она такого еще не видела, вроде говорит, понравилось. А вот скажите, пожалуйста, вы добываете уголь, вы гоните в Японию товары, вот вам много достается из того, что приходит? Знаете, я вам скажу за товары. Вот в прошлом году ко дню шахтеров я вытянула один талон, вот его дали на смену.
пальто, и он мне достался. Представляете? Это вот за 7 лет. За 7 лет? Да. А вам что досталось? За 7 лет? Ничего. А вам? Магнитофон. Магнитофон? Да. Японский? Это же прекрасно. Вот, а еще через 7 лет вы получите... Что? Что вы мечтаете получить от Японии? Я думаю, через 7 лет я получу профессиональную болезнь. Больше ничего. В операторной, допустим, нету ни вредности, нету никакого стажа. У нас... То есть оператор это здесь, да? Да. Вот я сейчас нахожусь в операторной. Да. Но меня же колотит, я же чувствую, как меня трясет. Да. Самое... На рабочих местах еще сейчас больше. Сейчас мы пойдем туда, там вас по-другому потрясет. Самое интересное, здесь... Жень, ну ладно, пусть говорят. Говори, говори. Здесь вот эта операторная, вот я здесь с первого дня. При мне ее сдавали еще вот Су-13 начальство. Это единственное начальство, которое я видела. Вот фактически вот эта операторная, весь здесь процесс обогащения угля. Все, углеприем, сушка, все побочные, они уже для того, чтобы вот этот обогащенный уголь принять, отсушить. Вот самое главное из профессии, аппаратчики у нас, оператор-то тяжелых средств. Здесь никого не было. Раза два приходил Гладышев, Хрючкин один раз был. Все. Наше начальство, Засядько, заходит пореже, но он как у нас, то вверх, то вниз. Ну ладно, это уже... Самое интересное у нас на фабрике даже вот этот момент. Начальство у нас далеко, не прыгает. Они все кресла уже поменяли, какие можно, но никто не спустился в рабочие. Они мастера там, они еще, хотя мастер линейный, допустим, вот как наши мастера, им столько достается. Но по поводу работы, что вот интересно, я начала рассказывать. Здесь, говорю, никакой вредности нету, ничего. Ездила я в Новосибирск, у меня уже признали наличие вибрационной болезни. Вот здесь в операторной, не выходя в цех, и признаки воздействия шума. В цеху еще страшнее, да? В цеху у нас вибрация превышает на некоторых местах в 19-17 раз санитарной нормы. Это предельно допустимо. И шум также превышает. Ну, шум там 1-14, но если считать предельно допустимой нормы, как это воспринимается, каждый день работать. Вот здесь мы первые 2 года. Я возьму эту оператору, потому что я здесь работала, я их коснусь тоже немножко. Первые мы 2 года проработали в валенках. Вы спрашиваете, как начальство относится здесь? Потом... А здесь же жарко, даже вот так находиться. Сейчас жарко. Придите к нам через месяц. Ну, может быть, и будет жарко. Но свидетеля никто не даст соврать, что это одно. Вот у нас машинистки, практически вот комната на 14 отметке. У них место как для отдыха. Они не могут даже посушить, там холодно. Ни воды, ничего. Мы работали, здесь вообще ничего не было. И нет условий, и, наверное, никогда не будет. А если считать женщина, здесь не считается, что женщина, что она. Здесь она рабыня. Не знаю, мы уже смеемся, рабыня Изаура жила в 1000 раз лучше, чем мы живем. По крайней мере, на работе. Дома сами нету нигде ничего не достать. И такой каторжный труд. Просто каторжный. Мужчины у нас говорят, разве можно 12 часов отработать? А у нас такая работа. Если они не работают, работают мы, работают девчата. Они с этими шлангами, со шлангами, с подгрохотов, там вообще даже наука побоялась заходить, измерять вибрацию. Кроме того, что льет и сыпет, там невозможно стоять. Они туда даже не стали заходить. Машинисты, аппаратчики стоят всю смену, размывают это. Можно представить, как это воздействует на них, на организм. Тем более они женщины и матери. И я знаю, много у нас случаев. Официально почему-то подтверждается всего 2, но я знаю, что многие девчонки, можно стыдно говорить, выкидыши. И вот такие последствия. То есть женщина и ее ребенок находятся не под угрозой. Примерно. Не знаю, сколько на фабрике, на наш, нет, где-то больше, 500. На нашем, в нашем главном корпусе 150 с лишним женщин, может 4 или 6, вот так вот. Всех в день им работы нельзя найти. Не, надо же продумать или кооператив, или каким-то образом переучить, обучить, чтобы не остаться. Ведь у нас 60% женщин холостых на фабрике. То есть они являются кормильцами. У нас говорят, мужчина кормилец. Но фактически кормилец, что он, что я, мы работаем вместе с этим кормильцем, понимаете, наравне. Конечно, я физически, ну уж совсем, наверное, стыдно, если бы я... За него там что-то тягало, а он на меня стоял, смотрел. Хотя отчаться у нас так и есть. Здесь он стоит, смотрит, а бабы, извиняюсь за выражение, бабы вкалывают. Ну, понятно. Никто про это не задумывается. А это станет вопрос в первую очередь. Вот вы сейчас не боитесь, что сказали все это начальство ваше услышит? Ой, оно меня уже слышит это 100 раз и каждый день, и везде во всех. Смелые женщины. Мы несчастные женщины. Нас нужда заставляет здесь работать, нужда. Нет уже того здоровья, что было даже 10 лет. Хотя мы здесь 5 лет, у меня карточка медицинская, я сюда приехала с ней, чистая. И с института привезла вот такую карточку.
Вот что такое фабрика. Основное оборудование наше для обогащения угля, вот это гидроциклоны. Мы в них обогащаем основную массу угля. Вот эти вот коробки породные забиваются, если пластушкой насадка, мы поднимаем крышку, выбиваем молотком большим. Если засадится циклон, мы открываем вон те болты, снимаем тяжелую крышку, которая 40 кг, наверное, весит. Потом ее надо на место поставить. Берем ломик и выбиваем, бывает железо, бывает большой кусок породы, бывает, ну, все, что хочешь. Видите, здесь и льет с каждого циклона, это вот новые их поменяли. Трубопроводы еще не так рваные. А по идее и сверху льет, и снизу льет, и везде брызгает, невозможно к ним подойти. Во-первых, тяжелые очень крышки, неудобные, неподъемные. Но место пройти вы сами прошли, узко здесь проходить. А я должна здесь пробежать от одного до другого. У меня их 3 секции, дальше больше еще лучше, видите? И тканями закрыты наши циклоны, потому что они пропускают везде, прохудились, а все крышки проносились. Потом у нас нет условий, видите, даже воды помыть. Вот это течет пожарная вода. Сейчас она течет чистая. Обычно она вот такого цвета, как на полу. Черная, то есть грязная. Вот эти все трубопроводы, видите, они засохли от магнетита. Их недавно заварили. Но это все, что когда хлещет, у меня если сел циклон, я не могу отойти. Я должна под этой струей разбуривать циклон и запускать поток. Секция из-за меня не может, меня никто не спрашивает. Заливает на меня, засыпает меня. Я должна работать на своем работе. А фамилия? Змеева. Кем ты здесь работаешь? Работаю здесь машинист, такая установок обогащения по 3-му разряду. Вот это называется углеприемка, да? Да, это углеприем. Здесь, если вот так вот понять, здесь самый цвет фабрики собирается. Судя по тому, сколько здесь грязи, пыли вообще, да? Самое тяжелое место на фабрике. А как вы хотите? Здесь мы уголь принимаем, здесь в основном-то вся пыль. А вот вообще... Почему ты работаешь на этой фабрике? Что тебе запрещает? Почему? Я окончила техникум индустриальный Донецкий. По распределению попала сюда, в Нерюнгри. Вот и для того, чтобы работать на такой работе, тебе нужно было заканчивать техникум, да? Ну да, в техникуме, конечно, все расписывали в других цветах. Так как фабрика у нас, еще и говорили, Нерюнгри, тут японская фабрика, все, тут оборудование японское. Чуть ли не в белых халатах будем ходить. Ну и как работать на японском оборудовании? Это надо просто поработать столько, сколько проработала хотя бы я, не говоря уже о других. Оля, ну ладно, вот мы уже довольно много снимали о плохом, наснимали. Ты вот что-нибудь можешь сказать хорошее о своей работе, о фабрике? Могу сказать только о своей смене, что у нас очень хорошая смена, дружный коллектив. Только вот люди, это самое... Да, это самое главное. А все остальное? А все остальное мы уже привыкли, у нас все... мы все привыкли терпеть. Мы же все терпим, хотя бы те очереди, которые там в магазинах. Также и тут женщина, она все стерпит, лишь бы работать. Ну вот ты лично сколько еще будешь терпеть? Не знаю, жизнь покажет. Ну до пенсии согласна вот так работать? Нет. Нет? До пенсии я не доживу, наверное. А ты на других фабриках работала? Нет, сразу после техникума сюда. А была вообще на других фабриках? Была. Ну и по сравнению вот с нашей фабрикой, это как? Ну как, я там была только на практике месяц от силы, я в точности все не знала. Не воспринимала это все так, как сейчас. То есть вот ты сейчас приезжаешь к себе домой в отпуск, ты никому сюда не рекомендуешь ехать, да, сама? Конечно. Ну пускай сюда еду, только не на фабрику, особенно женщины. Это не женский труд. Не женский? Нет, это не женский. А чем здесь занимаются мужчины? Ну кроме того, что они возглавляют все руководство... Фабрики, значит, это самое... Ну, у нас же есть еще и слесаря. Они-то вам помогают? Ремонт-то весь на них. В чем они нам еще могут помочь? Кидать они нам, конечно, не будут помогать. А руководство помогает? Не знаю. Я с руководством почти не знакома. Почти не здороваешься? Почти не знакома. Ну, директора-то своего знаешь? В лицо видела. Однажды. Однажды в лицо видела, а сюда он не заходит? Ну, не видела, по крайней мере.
Оля, а что бы вот ты хотела передать своему директору, которого ты видела всего один раз? Вот, возможно, он будет смотреть нашу программу. Что бы ты ему хотела просто сказать? Не знаю даже. Все равно это все несбыточные мечты. Познакомимся, как вас зовут? Блохина Лилия Александровна. А кем вы работаете? Машинист установок обогащения. Вот это Слопаня называется машинист, да? Да. Скажите, пожалуйста, а вам ваша работа нравится? Не очень. Не очень? А вот сейчас вы чем занимались? Кидали завал. А почему он произошел? По вине электриков. А что случилось вообще? Двигатель работал, а все крутилось. Ой, стоял, а все крутилось. И вот теперь там женщинами лопатами это все накинут. И как долго они этим будут заниматься? Очень долго. Очень долго, до утра? Больше. А кто за это будет отвечать, вы не знаете? Никто. Никто? А часто такое бывает? Часто. Часто? И вот женщины лопатами всю ночь кидают, да? Всю ночь. А вы кому-нибудь обращались вот с этим вопросом, с этой проблемой? Да все об этом знают. Все знают. И ничего не решается. Никто. А что бы вы хотели вот сейчас в 11 часов вечера пожелать вашему директору фабрики? Чтоб пришел к нам покидал. Чтоб пришел покидать? Да. Ну ладно. Мы ему передадим. Спасибо.